Тематическая концертная программа под названием «Мы верили, мы знали, победим» стала подарком для ветеранов воинской службы. Гостей поздравили духовой оркестр и лучшие творческие коллективы курорта. От администрации Центрального района ветеранские общественные организации получили благодарственные письма и ценные подарки. День Победы – один из главных праздников России, города Сочи, Краснодарского края, потому что на фоне вот событий политических мы ощущаем, насколько это важно для людей жить в мире и что сделали для нас наши ветераны. Мероприятия проходят красивые, значимые. Практически во всех районах они будут проводиться в большом объеме, масштабно, с оркестрами, с музыкой, с парадами. Основные торжества пройдут 9 мая. Начнется празднование акции «Бессмертный полк». В 8 часов утра от главпочтамта дети пройдут с фотографиями своих дедов и прадедов до стелы «Подвиг во имя жизни». А в 10 часов всех ветеранов города ждут на мемориале павшим воинам в Завокзальном районе. Там состоится торжественное возложение венков. Продолжится празднование бесплатными тематическими кинопоказами в городских кинотеатрах. Также во всех культурных учреждениях города пройдут концертные программы. Основные мероприятия в центре города состоятся в парке «Ривьера» и на площадях у торгового центра «Александрия» и южного мола «Мурпорта». Там в 6 часов вечера начнется праздничный концерт, который завершится салютом.